Привет любителям улета и высоких скоростей. В эфире Дед Джедай. В последнем обновлении War Thunder добавили израильский топовый реактивный истребитель Кфир или Львенок. Многие слышали, что это быстрый самолет, но не все понимают, насколько. Фактически, на практике, сегодня это самый быстрый самолет в игре. В теории по цифрам есть самолеты, у которых максимальная скорость выше, тот же советский МЛД или шведский Виген. Но вот только на практике, чтобы преодолеть барьер 1400 км в час у Земли, им нужно довольно много времени. По динамике разгона только британский Фантом на начальных этапах набора скорости составляет хоть какую-то конкуренцию израильскому Львенку, но затем начинает сильно отставать. Ну и итальянский Starfighter я тоже сравнивал, но пятый экран уже просто не влезает красиво, поэтому можете поверить на слово, что он серьезно уступает Львенку. А теперь смотрим тест. Он не является абсолютно точным, так как карты были разные и высоты полета тоже несколько отличались, но отклонения в целом несущественны. Во всех случаях я старался держаться у земли. Смотрите сами, и после этого у вас отпадут все сомнения. Видно, что уже через минуту Кфир достигает максимальной скорости свыше 1410 км в час. В это время у МЛД только 1285, у Вигена 1195, у британца 1309. И все это не голые цифры, так как в реальном бою такая динамика дает Кфиру очень серьезное и ощутимое преимущество, потому что позволяет после маневров ускоряться быстрее всех, догонять цель или наоборот убегать. Пока остальные истребители после маневра теряют скорость и фактически утрачивают все свои скоростные преимущества, которые проявляются лишь после долгого движения по прямой, Кфир быстро ускоряется и заметно доминирует по скорости над другими самолетами. И это очень кайфово и интересно. Рекомендую попробовать. Подробный обзор Львенка, в том числе с демонстрацией его возможностей в боях, я сделаю позже. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай.